эти молодые люди знают о последствиях употребления запрещенных веществ не понаслышке. Чтобы сегодня вот так просто сидеть и делиться планами на будущее, они преодолели нелегкий путь в прошлом. Приехали из разных уголков страны люди разного возраста и социального статуса. Но объединяет их одна проблема – страшная зависимость. Привет, меня зовут Денис, я из города Брянска, мне 27 лет, употреблял больше 10 лет. Привет, друзья, зовут меня Алексей, 33 года, вот родом. 17 лет в проблеме, употреблял все виды наркотиков. Наркотическая биография Анастасии Нестеренко началась в 16 лет. Она поступила в лицей, мечтала стать лингвистом и увлекалась фотографией. Под влиянием новой компании подалась молодежному и в то время популярному течению эмо. Сначала депрессивные подростки баловались дешевыми и легкодоступными таблетками, но в погоне за удовольствием и модой перешли на шприцы. Дорогую фототехнику Настя применяла на очередную дозу. За полгода я докололась до того дна, так называемого, что я уже не узнавала себя в зеркале, у меня были жуткие галлюцинации, постоянная паранойя, проблемы с родителями, с работой, с учебой. Ну вот, и в итоге с милицией. Родители Насти, узнав о смертельном пристрастии дочери, обратились за помощью в Центр здоровой молодежи. Там специалисты помогают людям преодолеть наркоманию, игроманию, алкогольную зависимость. Пациентов на лечение отправляют в другой регион, подальше от искушения. Курс проходит в два этапа. Сначала медикаментозное избавление от болезни, затем возвращение к жизни без вредных привычек. Сотрудники центра уверяют, безнадежных нет. Но спасти утопающего можно только при желании самого утопающего. Человек не принимает проблему. И в этом заключается сложность. То, что у человека все рушится, и, к сожалению, он это не видит, не понимает, и приходится очень длительно, и где-то очень длительно, еще раз повторюсь, ему это объяснять, показывать, и тогда уже человек видит свои заблуждения, видит, что реально наркотики наносят и вред и ему, и его окружающим. По статистике, после реабилитации каждый третий находит работу и обретает любящую семью. Однажды чудо в их жизни уже случилось. Рисковать всем ради сиюминутного забытия они больше не станут. Поддержать молодежь и послушать истории чудесного выздоровления пришли и депутаты городской думы Краснодара, и представители спортивных клубов. Я с удовольствием и как депутат, и как сам предприниматель, как общественный деятель, я обещаю, что буду помогать. Каждый человек в жизни может споткнуться, но найти в себе силы, поверить, расставить правильно свою жизненную позицию, оценить, полюбить себя, полюбить своих близких и двигаться вперед, это очень непросто сделать. Бывшие пациенты нашли силы не только на выздоровление. Теперь на своем примере они помогают другим. На то, чтобы начать жизнь с чистого листа, Настя потратила почти год. Жажда дозы ее больше не преследует. Сейчас девушка готовится освоить профессию парикмахера. Сейчас в трезвости у меня открытые глаза, и я вижу намного больше цветов, намного больше вообще всего вокруг себя, того, что видела раньше. И мне это очень нравится. Нравится Насте и смотреть в светлое будущее через новый объектив. А друзья помогают восстановить фотонавыки. Кристина Носова, Роман Недельский и Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар».